Здравствуйте. Федеральный служб судебных приставов. О том, что коммунальные услуги нужно оплачивать своевременно, знают все пущинцы. Но, как показывает практика, не все граждане это делают. В среду 26 февраля с раннего утра к жителям некоторых домов в дверь начали стучать не самые желанные гости – судебные приставы. В этот день был организован очередной рейд по квартирам злостных неплательщиков, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги. В мероприятии также принимали участие представители МУП «Тепловодоканал», администрации, сотрудники МОСОБЛГЕИРС, полиции и СМИ. Рейд прошел успешно, то есть отрабатывались сегодня должники в микрорайонах АБ и микрорайоне Г города Пущино, соответственно, с задолженностями свыше 50 тысяч рублей по коммунальным платежам управляющей компании, да, ЖКХ Пущино. Соответственно, были составлены акт описи ареста, установлено имущество. То есть, ну, в первую очередь, это бытовая техника, то есть телевизоры, компьютеры, микроволновые печи, если такие имелись у должников. В этот день судебные приставы вручили пущинцам, которых застали дома, постановление о возбуждении исполнительных производств, извещение о вызове на прием в Серпуховской районный отдел, а также предупредили о последствиях, которые ожидают неплательщиков в случае непогашения долга. По результатам прошлых рейдов могу, в принципе, сказать, что большинство из тех должников, которых удалось застать, то есть где также акты описи составлялись, то есть написали ходатайство для самореализации последующей, да, арестованного имущества, то есть большинство уже оплачено. Первоначальная работа по взысканию задолженности организована в досудебном порядке. Проводится разъяснительная беседа, обзвон неплательщиков, отправка им СМС, а также списки жителей, имеющих долги, вывешиваются на информационных стендах в домах. Если граждане продолжают игнорировать требования закона, к взысканию долгов по решению суда подключаются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Неплательщикам грозит арест имущества, денежных средств, находящихся на счетах в банках, а также запрет на выезд за пределы России. Кто работает официально и было это установлено у тех или же получателями пенсии или каких-то иных социальных выплат, соответственно, обращено взыскание на данные выплаты или заработные платы в размере 50%. Соответственно, кто не работает или работает неофициально, соответственно, сами погашают задолженности по квитанциям выданным, да, чтобы в дальнейшем, соответственно, не пришлось к ним вновь ходить в гости. Большинство, соответственно, начинают добровольно оплачивать задолженности. Должникам, которых не удалось в этот раз застать дома, были оставлены уведомления о срочной явке к судебному приставу. По данным адресам будут проведены повторные рейды. Татьяна Смирнова, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.